Где будете вы, когда начнется революция? Мы – последний оплот против корпоративной тирании. Мы – борцы за свободу в век дезинформации. Мы – Shift-Lock. Поздравляю, рекрут. Ты принят шефтлоком на испытание. Покажи, как дрифтуешь, и поговорим. Ты тот дрифтующий анархист-хакер? Как там тебя зовут? Я все. Я никто. Я подпольный боец. Погнали! Надо найти угол. Понеслась! Браво! При встрече расцелую! Советы – чистое золото! Эти повороты меня боятся! Я жгу! Кланяйся, детка! Неплохо режешь углы, рекрут МакАлистер. Зови просто Маком, ладно? Хорошо, Мак. Хэштайгер ручается за тебя. У тебя одна попытка. Так он не только селфи занят. Что умеешь, покажешь нам в Эмбервелли. Посмотрим, есть ли в тебе дух бойца.
Эй, Мак, вопрос есть. Да. Еще до угона Кёнигсега ты сказал, что хотел перевезти отцовский мустанг в США. Что это значит? Он учил меня водить на этом мустанге. 65-го года, вишнево-красный. Там даже был освежитель воздуха, Silver Rock, на зеркале. И что с ней случилось? Он заложил машину, чтобы нас кормить после закрытия фабрики. Черт. Надеюсь, однажды ты ее выкупишь, друг. Точно выкуплю. Никаких надеюсь. Добро пожаловать на испытание. Превзойди наше время и попадешь на революцию. А что вы там делаете? Дрифтите врагов до смерти? Так, я смогу. Вот и все. Мак, ты сможешь. Я могу больше! Да! Я машина 23! У нас тут обжигающий кончик! Конец связи! Неплохо для раба корпораций. Вы, однако, против своих дорогих тачек не протестуете. Мы бьем буржуазию ее же оружием. Продолжай себя успокаивать, Че Гевара.
Освободи разум, Мак. Это твой план? Цитировать мне матрицу, пока я не сдамся? Вот оно. Надо найти траекторию. Вот так! Это мой город, детка. А, как на курорте, только лучше. Как держать, Мак? Ты просто жжешь. Пожалуй, лучший заезд за последнее время. Молодец, боец. Вольно. Хорошо поработал, боец. Увидимся на следующем этапе. Эй, Мэки, друг мой, ты в шифтлоке зажигаешь. Молодец, молодец. Маркус Вир, Шулер, ты на меня ставишь? Конечно, ставлю. И выигрываю. Не думаю, что шифтлоку понравится. Дальше, Мак, бей наши рекорды. Со временем узнаешь про свою роль в шифт-локе. Ты все время это говоришь, а я вижу только кучку назойливых детей. Вот и все. Вот оно.
Надо найти траекторию. Я весь день могу так углы резать. Небось, добавятся подписчики. Надеюсь, пройдет. Я победил опять. Итак, что дальше? Общаемся в последний раз. Прощай. Что случилось-то? Ты работаешь на Шулера, а он один из корпоративных злодеев. С ума сошел? Он работает с нами, чтобы разрушить дом. Вы сражаетесь с домом? Да. Ну еще заодно и вам по задницам пинать. Понятно. Возможно, еще встретимся. Надо закончить. Хорошо, хорошо. Нормально?
Рава, при встрече расцелую. Советы, чистое золото. Неплохо, ма! Неплохо! Ну вот и все! Я кое-что проверил. Ты не соврал. Пройди испытание и поговорим. Все ваши базы принадлежат мне? Прошу. Не надо. Давай! Если я хочу выиграть, надо поднажать. Вот это я понимаю, круто! Молодец, боец. Пока это все. Я взломал твои файлы. За тобой только приводы по малолетке и небольшой тюремный срок. Даю тебе доступ в шифтлог. Ты взломал мои файлы? Надо было убедиться, что ты не провокатор. Провокатор? Слушай, отдыхать тебе надо. В другой раз. Пока что пора вернуться в город. В следующий раз пойдем на войну. Это... А вот файл? Там моей истории браузера не было. Thank you.
Добро пожаловать на операцию «Золотое яблоко», боец. Сегодня мы нанесем дому мощный удар. Дом ставит в городе новое следящее оборудование. Твоя задача — уничтожить его до того, как оно заработает. Нужны будут скорость и точность. Минутку. Я должен разбивать вещи в дрифте? Это твое задание. Запомни, бьешь со всей силы, потом уходишь на полной скорости. Удачи! Ха-ха! Веселимся! Ты плохо начал, боец. Набирай темп. Надо найти траекторию. Пардон! Виноват! Не ленись, боец! Может, хватит меня так называть? Давай, давай! Я вижу, ты прям рвешься бороться с системой. Что затеваешь? Я дрифтил и уходил от копов с тех пор, как стал доступление доставать. Я так расслабляюсь. А, черт! Потом уходишь на полной скорости. Удачи! Ха-ха! Погнали! Ты хорошо начал, маг. Так держать. Так, я смогу. Так держать, отлично! Само собой. Надеюсь, пройдет. И это еще не все. Разбить технику я понимаю, но почему в дрифте? Так привлечем других. Зрелищно выглядит. С этим не поспоришь. Скажи мне, боец, дрифт и восстание. Какая связь? Дрифт — это игры с контролем, с балансом силы и хаоса.
Это либертарианство от автоспорта. Хорошая речь. Я кое-что даже понял. Победа уже близка. Так держать! Мне нравится твой стиль, боец. История запомнит твое имя, Мак. Молодец! Такого я не ожидал. Я Адам 35. Видим машину вандала. Прошу подмогу. Вас поняла, Адам 35. Подмога в пути. Вали из города, Мак. Не дай им тебя поймать. А куда ехать? Направляйся к шоссе. Мы что-нибудь придумаем. Преследую вторую машину. Она уходит. Срочно прошу подмогу. Береги себя, боец. Живым меня не возьмут. Объект направляется на запад по Долсон Драйв. Принято. Машина направляется на запад по Долсон Драйв. Так, Мак, думай, что бы сделала Джесс? Разбила бы копов, сохраняла хладнокровие, думала на стратегии отхода. О, хороший план. Направляется на запад в сторону Лейксайда. Принято. Преследуемый уходит на запад в сторону Лейксайда. Объект направляется на запад, в сторону западного Сильвер Рок. Я Адам 12. Мы потеряли второй объект из виду. Прошу... Отлично, боец. Спасибо. Адам 1.35, что у вас есть по машине нарушителя? Направляется на север, через западный Сильвер Рок. Ясно, поняла. Меня не остановите! Сегодня мы нанесли врагу мощный удар, Мак. Ты молодец. Да, было здорово. Сегодня ты доказал Шефтлоку свою силу. Твое дело – наше дело. Когда придет время, мы поможем тебе. Рад слышать. Будь бдителен. Ну, ты тоже.